Что видим? Вот это, ребята, называется по-местному сандоль. Гарпун, так сказать. Вот, вот этой штукой обычно мы в детстве кололи сазана. Надо встать так, чтобы солнце светило за спиной, чтобы он не заметил тебя. И вот когда подходишь к нему, притык, и надо бить за голову желательно сразу. Раз, и сразу держишь. Держишь, потом под жабры и вывел. Вот такое вот орудие лова. Видно, что он в землю, не напрягаясь, ходит. Он фактически на 5 сантиметров. А в рыбу он вообще ходит очень легко. Камень попал, он уже погнул, придется наводить. Вот такое вот орудие, значит.